Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Вернулась после долгого, ну не такого долгого отсутствия на YouTube. Я приехала с выставки «Орхидей», которая сейчас проходит в Москве 13-14 апреля. Открытый мир, метро Тульская. Ездила, забрала свой заказ, кое-что купила и сейчас вам покажу. Это покупки из двух групп ВКонтакте. Я заказывала перед выставкой вот такие горшочки. Это литровые горшочки, квадратный, круглый и вот такой, и два таких вот квадратных. Вот. Потом в этой же группе я купила квадрис и жидкий кальций для башмачков кальцифитов, которым нужен кальций. В другой группе эта девочка приехала на выставку и привезла заказы, которые делали заранее. А вот эта группа, они были, у них был свой стол. У них я купила супер драйв витаминки. Вот такую большую фляжечку. HB 101. И удобрение для цветения. Вот такое вот. Это расфасована ручная фасовка. Группу эту многие знают. Сейчас покажу визитку. Здесь аннотация. Вот такая группа. Ну, в основном там японские всякие удобрения, фунгициды для орхидей. Очень хорошая группа. Я не один раз уже заказывала у них. Вот. Так что это вот такие мелочи, которые я купила. И теперь давайте посмотрим мой заказ. Все знают уже, что на этой выставке первый раз в Москве было две фирмы с Эквадора. И, в общем-то, я долго думала, заказывать или нет, потому что у меня в других группах тоже есть эквадорские заказы разные. В общем-то, когда я уже поняла, что я что-то хочу заказать, уже было поздно. И я заказ сделала напрямую на сайте Эквадор. То есть я заказывала именно на сайте и написала, что свои растения я заберу в Москве 14 числа. У меня были заказаны зигапиталум, пафиния и ансидиум. Ну, остался у меня только зигапиталум и ансидиум. Пафинию, к сожалению, я фотографию поставлю, очень жалко. Я ее вернула обратно, потому что она была слишком маленькая, состояние у нее было не очень, и мне за нее вернули деньги. Вообще впечатление, конечно, море. Я жалею, что я не взяла камеру, потому что вот вчерашний день мне написали, что было очень много народу, и я думаю, наверное, не будет возможности снимать. Но я приехала туда рано, 9:30, а если бы я приехала в 9, я думаю, что спокойно можно было бы снять до 10 часов, потому что потом реально народу было очень много. И, в общем-то, у меня из моего заказа непосредственно с сайта. Вот сайт. То есть я там оформляла заказ, и мне его привезли в Москву. Можно было это сделать через группу, но говорю, что я думала-думала, и когда уже надумала, уже все заказы были сформированы и отправлены. Ну, в общем-то, ладно, ничего страшного. Выставка очень интересная, очень много было растений. Я думаю, что кто хотел что-то купить, он купил себе какие-то растения, фаленопсисы, удобрения, грунты. В общем, чего там только не было. Очень жалко мою пафинию, конечно. Но так бывает. Я все фотографии найду и поставлю, чтобы вы видели. Ну, вот это из всего заказа самый такой хороший кустик. Так, это у меня ансидиум. Кстати, это новинка была на сайте. Сейчас я вам название покажу. Было написано, что это новинка. Вот такой ансидиум. Фото найду, обязательно поставлю. Он красивый и кустик такой симпатичный. Так, сейчас раскрою.
Ну, все эти растения, они идут с открытой корневой системой. Честно, девочки, из пакета так пахнет болотом. Просто вот как затхлое болото. Бедные растюхи, конечно. Ну, куст шикарный. Вот такой лист. Сейчас я буду все замачивать фитоловине от клеща. Две фермы там было, да. У одной были маздевалии, дракулы, Ансидиумы, и вот непосредственно, где я брала, у них были Катлеи и Фраги. Гангоры еще были вот у них. Ну, хороший такой, смотрите, какой. Вот. Пить, конечно, хочет, бульбочки все сдулись, но сначала будет обработка. Вот этим кустиком я очень довольна. Такой вот Ансидиум, хостилабиум, как-то так вот, да, новинка. Пообщалась немножко с Лизой Новиковой, очень приятная девушка такая. Тоже вот ее заслуга, что первый раз в Москве Эквадор. Ой, девочки, это Зигапиталум. Такие длиннющие у него листья. Крошечный, конечно. Первый раз я заказываю Эквадор. Ну, пока у меня вот двоякое впечатление. Конечно, у них в коробках можно было найти что-то пожирнее, поинтереснее. Там был фраг и за $300, и котлеи были. В общем, цены такие разные. Много было фаленопсисов. Говорю уже, горшочки, фаленопсисы, фиалочки. В общем, участников выставки было много. Так, вот такой зигапиталум. Тоже фотографию найду, поставлю. Вот, все отмечено. То есть свой заказ я прям подошла, показала свой лист заказной. И в отдельной комнате выдавали заказы. Ну, главное, что не забыли и привезли. Тоже молодцы. Ой, сейчас отлеплю здесь все. Вот. Ну, такой малыш, совсем малыш. У меня еще будут. Будет у меня еще одна Пафиния. Но это уже из питерской группы. Так, вот здесь бульба совсем такая, можно сказать, уже все. И вот такие две. Ну, будем выращивать. Он мох тоже. Ну, конечно, подсох парень. Белый. Сейчас я буду все замачивать. То есть фитоловин, масай от клеща, фитоловин бактериальная. Супер трайв добавлю обязательно. То есть это был заказ, чтобы ничего не перепутать. Ну и, естественно, я не смогла устоять. И как вы думаете, что я еще купила? А купила я себе фермипедиум. Будет еще снято видео, потому что у меня есть покупки с Дрезденской выставки. Пока они еще не в Москве. Как они приедут, я вам обязательно покажу. Ну, там я совсем мало купила растений. Вот такого красавчика я купила. Фрагмипедиум биссе лимон. Очень такой яркий, красивый. И из Дрезденской выставки у меня тоже будет фраг. Он тоже маленький. Я взяла самый недорогой. По-моему, даже за 10 евро я его купила. Вот, тоже он будет красненький. И там тоже что-то биссе. Мария, не помню. Ну, когда придут, я вам все покажу. Фраги были очень красивые, были разные фраги. Вот, смотрите. У него есть бутон. Здесь вот уже отцвел. Очень приятное впечатление, так все хорошо организовано. Вот. Кому нужно побольше растений, соответственно, нужно брать побольше денег.
Ну, фаленопсисы я никакие не планировала. Вот вам название покажу еще. Покупать. Ну, вот мимо фрага пройти я не смогла. Долго мучилась. Уходила, подходила. Ну, все-таки вернулась, и я его забрала. Он тоже он мох. Бумажка мох. Ой, ну как пахнет болотом, вы себе не представляете. Я первый раз заказываю с открытой корневой системой, поэтому у меня вот такой вот красавчик. Ну, хорошенький. Мне нравится. Это хорошо, что мхом прикрыто. Так что вот такие у меня новиночки. Фотографии я вам всем поставлю. Я делала фотографии на выставке. Ну, я не знаю, не на телефон. Если смысл их сюда вам вставлять. Я думаю, что многие там были. Вот, даже с этой забрала. Как было на упаковке, так и увезла. Ну, в общем, вот такие у меня растения. Жалко, конечно, пафинию. Но вполне возможно, что она у меня появится. Ну, вот показала вам такие свои растения. Сейчас будет обработка. Ну, естественно, так как это дальняя дорога, совершенно чужие теплицы, фермы. В общем-то, нужно будет сделать карантин от своих растений. Сейчас я их замочу. Сейчас они немножко еще полежат. У нас вообще ужасная погода. Где-то 2-3 градуса, и периодически шел снег. Такой мелкий, противный и очень холодный ветер. Так что сейчас они немножко у меня полежат. И потом вот я начну все это дело обрабатывать. Впечатления очень хорошие. И горшки были классные, с дырками. И много было и фиалок, кто хотел фиалки. И разные каудексные, и хищники были. В общем, я говорю, впечатление моря, и народу было море. Ну, в общем-то, то, что я, в принципе, планировала, я вот сделала такие себе покупки.